Моника Беллуччи, итальянская кинозвезда, начала карьеру модели в возрасте 16 лет и работала с такими брендами, как Dolce & Gabbana, Chanel и Dior. Звезда говорит на нескольких языках, включая итальянский, французский, английский, испанский и португальский. После модельной карьеры девушка стала сниматься в кино. Известность ей принесли такие фильмы, как «Матрица», «Агент 007», «Дракула», «Малена». Моника Беллуччи дважды была замужем, и у нее двое детей. Моника Беллуччи в 2017 году стала первой женщиной свыше 50 лет, которая стала лицом бренда L'Oréal Paris. Моника стала первой итальянской актрисой, которая снялась в фильме о Джеймс Бонде. Ей было в это время 50 лет. Актриса признается, что худеет она только для ролей, а в обычное время ее вес колеблется от 63 до 68 килограмм. Как каждая итальянка, Моника Беллуччи любит пиццу, белое вино и черный цвет в одежде. Моника Беллуччи – неизменная муза Dolce & Gabbana. Она является лицом этой марки уже 26 лет. В ее честь даже названа коллекция помады Dolce & Gabbana. С 2000 года Моника Беллуччи является лицом ювелирной компании Cartier. И мне нравится ее фраза о себе. Актриса сказала: «Красота для женщины становится проблемой только в двух случаях – когда ее нет и когда нет ничего, кроме этой самой красоты».